Киевском дворце спорта советские фигуристы встретились со своими давними друзьями из Чехословакии, Германской Демократической Республики и Австрии. Выступают советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Орденом Трудового Красного Знамени награждаются Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Белоусова и Олег Прокопопов снова покорили всех своим великолепным мастерством. Золотая олимпийская пара. Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Ленинград. Их высокое мастерство покорило и зрителей, и судей.